Ереван сейчас не пойдет на мирный договор с Баку в силу целого ряда объективных причин. Об этом заявил «Арминфо» старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Вадим Муханов, комментируя недавнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о возможности заключения мирного соглашения с Арменией. По словам Алиева, конфликт решен и надо смотреть в будущее. Понятно, что, предлагая Еревану заключить мирное соглашение, Баку в первую очередь предполагает окончательно закрыть страницу карабахской проблемы в том виде, в котором она существовала до последней войны, сказал собеседник армянского сайта. По мнению Муханова, Баку намерен закрыть вопрос о необходимости определения статуса так называемой НКР. Однако, скорее представляется, что дальнейшие попытки продвижения этой идеи лишь будут подливать масло в ереванский огонь, прогнозирует он. В этом свете Муханов напомнил, что после поражения Армении в 44-дневной войне армянское общество отказывается признавать даже положивший конец военным действиям договоренности. В Армении скоро пройдут внеочередные выборы, причем решение об их проведении премьер-министр Никол Пашинян принимал под давлением своих политических оппонентов. Соответственно, сейчас армянские власти не станут подписывать какой-либо договор с Баку, тем более в нынешнем своем зависимом положении. И, конечно, никто из армянских политиков не станет рисковать своим будущим за счет заключения такого договора, подытожил Муханов.